Всем снова привет, дорогие друзья! С вами снова я, Red Luck, и мы с вами будем наблюдать следующую игру, следующий тур турнира. Возможно, это будет карта Train, сейчас посмотрим. И мы будем ждать команды, когда они наконец к нам присоединятся. Команды, ждем вас. По всей видимости, уже организаторы отправили им сервер. И совсем скоро начнется этот матч. Да, мы снова с вами видим команду Infernal Paradise. И команда PKI Gaming будет противостоять ей в этом поединке. Предыдущий матч у нас выдался не очень интересным, он закончился со счетом 16-0. Соперники Infernal Paradise не смогли ничего им противопоставить. А сейчас карта Train, такая необычная карта для популярных турниров. Особенно турниров, которые проводятся бесплатно. Непрофессиональные команды, любительские команды. Вот среди таких команд проводится этот турнир, и карта Train, она совсем не популярна среди любительских команд. Обычно популярностью может похвастаться карта Mirage или карта Cash, Inferno. Вот эти карты, они активно играются любительскими командами, тренируются ими. А Train — это, можно сказать, экзотика. Будем наблюдать за этим поединком, пока у нас идет разминочные раунды. Что ж, Infernal Paradise получили неплохой заряд бодрости после предыдущего матча. Они выиграли его со счетом 16-0. Просто потрясающее преимущество. Два раза, по-моему, там были ножики, то есть сажали на нож просто своих соперников, издевались уже над ними как могли. Один раз сожгли во славу сатане. И таким образом одержали вверх. Что ж, ножики, друзья, смотрим с вами за поножовщиной в этом раунде. Это карта Train, команда Infernal Paradise против PKI Gaming. И посмотрим, кто же сейчас кого порежет. Прыжки, традиционные прыжки по поездам. Сейчас у нас команда PKI Gaming уже не в большинстве. Садится на нож и еще один игрок. Порезали у нас Вэйр, да, 3 в 1 ситуации, и тяжеловато сейчас придется у нас речи. Пока гласим список игроков, пока речи бегает по всей карте от своих противников. Речи, Джерри, Пикачу, Арсен, Иисусик и Топ. Вот такой состав PKI Gaming. У Infernal Paradise состав не изменился. Вейк, Димидрол, Вит, Бьюти Гай и Вэйр. Или это Бигай. Друзья, не знаю, как произносить этот ник. Буду просто называть Гай. Так проще. И мне, и вам. Что ж, первая пистолеточка понеслась. Это второй тур турнира Кубок MSI от Bunny Gaming. У нас идет сейчас массовый заход от PKI Gaming в сторону Б-планта, но это может быть дроп-рум. И сейчас посмотрим, как они будут разводить своих соперников. Никак не разводят. Просто ломится сейчас на Б-плант. Иисусик у нас упал на дроп-рум. Поднимается наверх. Присоединится к своей команде в выходе на Б-плант. Б-плант занимается. И уже скопление. Большое скопление Infernal Paradise на этом планте. Гай, какой сейчас был минус. Поверху. Верт минусует Ричи. Минусует еще и Арсена. Какие отыгровочки сейчас от команды Infernal снова мы видим. Да, друзья. Неужели снова не получится победить эту команду? Друзья, я надеюсь, все-таки сегодняшние соперники, теперешние, можно сказать, Infernal Paradise соберут, наконец, сожмут булки, обыграют эту команду. Желаем им только удачи в этом.
Ну и команде Infernal тоже нельзя расслабляться после такого легкого предыдущего матча. Что ж, друзья, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Это очень важно, чтобы мы могли комментировать больше матчей для вас. Тем временем у нас сейчас просто флешоные были PKI Gaming, выходящие под Зелень. И Гай просто расправляется с ними, с Юспа. Любят почему-то фармганы у нас Infernal. Иногда даже специально их закупают. И это даже немножко кажется странным. Что-то типа дефолта играют. PKI. Хороший открывающий фраг по Димедролу. Димедрол просто сейчас доигрался, доподжимался. Наказали его PKI, остались в большинстве. Но три! Три каленых игрока, и сейчас забрали еще снова. Что творит Гай? Вот просто, что творит Гай? Только посмотрите, он каждый раз поджимает зелень и ловит там по несколько человек. Остается у нас только Ричи, которого, скорее всего, беспощадно сейчас будут сжимать. Откидывается флешечка. Заберет ли он одного? Да нет. Один уходит. И это, между прочим, Гай. Посмотрим на это противостояние на зелени. Нет проблем сейчас у Гая. С соперниками в 7-0 он сейчас отыгрывает. И 3-0 счет на этой карте. Эко вынуждены делать PKI. Посмотрим, как они его отыграют. Это, скорее всего, будет заход на А-плант. Очень быстрый. Нет, друзья, наверное, пойдут все-таки на Б. Никто даже не спустится в дроп-рум. Неужели? Да, настреляли сейчас по своим. Вейк делает минус 2. Да. Ну, тут даже комментировать оказалось нечего. Просто они развалились все одновременно. Под 0 взяли раунд команда Infernal Paradise. 4-0. Нет, друзья, слушайте. 16-0, 16-0. Это уже будет некрасиво, если они снова с таким счетом их выиграют. Нет, я все-таки надеюсь, что команда PKI, она как бы посильнее будет, чем предыдущие соперники. Будем надеяться. Вид делает отличный открывающий фраг. Снова, смотрите, Infernal играют очень агрессивно в защите. Они делают поджимы, которые многие из команд себе не позволяют на этих картах. Снова серия минусов и забирается этот раунд. Будут ли делать бай сейчас PKI? Да. По всей видимости, они сделают бай и будут отыгрывать от 3 АК, хотя мог быть, в принципе, и 4-й. Димедрол хорошо аимится по Иисусику. Пытается настрелить еще одного. Ловит в хедшот Пикачу и Вейк. Вейк, что за фраги? Вы только посмотрите, как они стреляют. Они стреляют практически идеально. Шесть ноль. Дефолт в исполнении команды PKI. Бомба несется на зелень. И снова поджим. Смотрите, Вейк, он просто не боится даже Молотова. Он просто под флеш выходит и все. И забирает, делает минус. Очень, очень агрессивно играет команда Infernal Paradise. Три в три ситуация с Кару Вейрда. Настреливает он нас по Ричи. Остается красным. И сейчас бомбу на очень удачном месте потеряли. Скорее всего, не получится ее забрать. Остается всего минута.
замечают у нас Христоса, забирают его. И остается топ. Топ, который тоже палится. Тоже палится. Видно сейчас было по этому раунду, что открывались неграмотно. Не знали углы, не знали прострелы на этой карте. Открываться можно было и получше. А не обязательно показывать плечо или бок. Вейка пытаются отогнать зелени, но они очень круто это делают. Почему сразу не зашли? Отогнали снайпер, могли бы зайти. Вейрд забирает Ричи. И что у нас сейчас будет? Просто не пропустили. Не пропустили по зелени. Поняли, что вся команда, скорее всего, скопилась именно так. И Тим Килл от Арсена. Арсен, что ты творишь? Не делай так больше. Арсен немножко исправился. Забрал Вейка, но Димидрол не дал ему дальше разойтись. Сделал минус. 8-0. Снова бараночка у нас у соперников Infernal Paradise. Слушайте, это уже интрига дня просто. Сможет ли какая-то команда составить хорошую конкуренцию? Открывается снова Вейк, сбегаем через зелень. Снова ловят на флешках всех, кого только можно. Бегать сейчас просто идет 10 к 2. И 12 к 1 идет Вейк. Просто каждый раз забирает людей на зелени и делают отличные фраги. Забрали Джерри. 9-0. 9-0. И вот, знаете, если на финальных играх, когда идет борьба, когда могут быть овертаймы, когда три карты на Best of 3, тогда мы говорим, что там топим за команды, топим за то, чтобы они выиграли. А здесь мы топим за то, чтобы команда взяла хотя бы парочку раундов. Снова поджим зелени. Снова одно и то же. Смотрите, сейчас будет происходить. Вейк промахивается, правда, у нас с АВП. Но они вдвоем играют на размен. И вот сейчас как раз и можно было их убивать. Но никто этого не сделал. Была инфа у нас сейчас по топу. Вовремя развернулся Вейк по ней. И оставили вдвоем сейчас они команду противника. Все, один Иисус у нас сейчас будет тащить. Пора браться команде PKI. Дизмораль была небольшая в чат. Они писали, что, ну, типа, все равно проиграют. И все такое, но... Нужно собраться не только по скиллу, но и по морали. В этом весь Counter-Strike. И сейчас аккуратненько через КТРС будет обходить Иисус. В спину получает у нас Димидрол. Остается Вит и Вейк. Один из них уже контролит. Да. Да, друзья. Изи. Пока что изи 10 раундов для команды Infernal Paradise. Десять ноль. Я не знаю, есть ли у команды PKI гимн, но если да, то самое время его спеть и собраться уже наконец на эту игру. Димидрол и Вэр делают два минуса. Почему сейчас Ричи не поворачивается, когда сделали минус по его тиммейту? Что это за отсутствие координации, друзья? Ну, ребят, ну соберитесь уже в конец.
Арсен дает непонятную флешку. Вид на месте, делает хороший фраг. И снова на зелени последний игрок. Непонятно, что делает, типа сейва. Не знаю, 11-0. А ведь так хотелось потной борьбы. Ведь этот трейн, это экзотическая карта на любительских турнирах, играющаяся не так часто, как Мираж или Кэш. Ну вы сами все видите, хорошие раскидки знают Infernal Paradise. Сейчас разменялись они игроками 4-4, ситуация. Wake чуть было не помер, но если бы была хорошая стрельба у PKI, то все могло бы быть сейчас в их руках. Да, Wake простреливают зелень, и зелень сейчас открывается для атаки, но почему-то PKI не спешат ее занять. Димидрол простреливает топов смог. Да. Убивает еще Иисуса, и это вообще, друзья, похоже на развал. Остается Арсен. Ну что это за стрельба, Арсенчик? Арсенчик, стреляй! Правильно, гори, тиммейт! Гори, тиммейт, в огне правосудия! Два красных сейчас игрока у команды Infernal Paradise. Арсен пока что фуловый. И на зелени халдит, не знает, что ему делать. Думает, что его обходят. Откинул хорошенький молотов. Вид может погореть. Ой, как вовремя он сейчас уходит. И Арсен, похоже, идет на сейв. Хотя все сейчас в его руках. Да, делает минус по димидролу. Арсенчик, тащи, дружище. Тащи, братан. И по кому ты стрелял, Арсен? Что это такое? Даже Вид сейчас удивился. Почему Арсен расстрелял кафель на полу? Иисус Христос замер на респе с бомбой. Наверное, сейчас он воздает молитвы. Топ у нас забирает бегая. Наконец-таки Димидрол и Вейк делают уже два ответных фрага. И снова преимущество не на стороне команды PKI. Что происходит? Посмотрите, насколько Infernal прожали, что они сейчас просто поменялись местами. Как будто терроры дефают план. И почему-то бомба вообще лежит на респе. А, она не лежит, друзья. Она у нас у Иисуса Христоса. Почему-то не прописывалась пауза даже. Странно очень PKI себя ведут. Такое ощущение, что первый раз на турнирах не знают, как прописывать паузу и своего тиммейта ждать. Что ж. Это их проблемы. PKI режут Иисуса. Разозлились они почему-то на него. Решили порезать ему спину. Оставить его с 39 хп. Вейк снова под флешечку открывается. Зелень снова минус 2. Что вы творите, ребятки? Вы, похоже, сдались. Фармы, какие-то бай, последние 4 раунда мы уже все видим. АВП, Дигл, Скаут, Дробовик, что это вообще за бай? Джерри спускается у нас из дропрума. Никто не собирался из команды PKI идти к нему на помощь и как-то разменять его, помочь ему отыграться там. Да, друзья. Не тимплейно играют PKI, это становится уже видно после 14 проигранных раундов. И 15-й вот-вот отойдет в копилку Infernal Gaming. Забирается Димидрольчик. И снова Христос тащит. Ну, по крайней мере, должен тащить. Да, забирает он бегая, но вид он фуловый с АВП и с ЦЗ-шечкой. А мы видели, как он играет с ЦЗ-шечкой, это мощно. Хороший тайминг сейчас поймал Иисус Христос. Смотался. Наверх. Пойдет на Б-плант. Вид, похоже, это прочел. В чате пишутся стандартные сообщения, которые мы видим на матчмейкинге. Например, заходит команда с таком в 5 человек на матчмейкинг.
И ей такое отправляют. Че вы, пацаны, не пошли на ESL играть? Иисус отлетает. Вид забирает 15 раунд. Смена сторон. И опять с бараночкой у нас террористы. Пистолеточка вторая. Завершит ли свою игру команда Infernal Paradise после этого? Похоже, да, друзья. 2 в 5 ситуация. После меньше, чем 15 секунд после начала раунда. Печально. Печально. Похоже, это бараночка снова, друзья. Конфетки-бараночки. 16-0. Снова 16-0, друзья, как и в первой игре. Ох, я не знаю просто, как разнообразить комментированием такую игру. Игра, можно сказать, сливная, игра неинтересная. Infernal снова доказали, что пока что без единого проигрыша ни один раунд не проиграли на своем пути вперед. Вышли в третий круг, а в третьем круге, и, друзья, напомню, останутся всего лишь 32 команды. И надеюсь, что там уже кто-нибудь составит, наконец, конкуренцию Инферналам. Будем ждать следующей игры. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал. Для нас это очень важно, чтобы мы могли комментировать все больше и больше красивых турниров.